Уже через 3 минуты вы будете ржать на всю квартиру. Самый наглый статист был жестко наказан в этом сражении. Он действительно это заслужил. Погнали. Танкист. На водке.ру всего за 149 рублей ты можешь получить танк, кучу золота и другие призы. Водкит.ру. Каждая шестая игра бесплатна. В общем, парни, сейчас поздний вечер, и где-то часов 14 до этого я ехал на автобусе из Москвы очень долго просто, и сейчас приехал абсолютно уставший и решил открыть бой. Так вот, посмотрев это сражение, я действительно рассмеялся, и вы сейчас поймете почему. Как вы знаете, у меня на канале проходит движение стоп-кусты, и мы видим, Т-50 приезжает сразу и становится в кусты. Что такое движение стоп-кусты? Я говорю, что такие быстрые танки, как Т-50, например, там та же Ёлка, они не должны стоять в кустах, они должны действовать более активно. Но наш Т-50 сейчас приехал в кусты, и вы поймете сейчас, почему это будет настолько смешно, и вы начнете ржать буквально через несколько минут после начала этого сражения. Вот давайте просто подождем, и вы тоже все вместе со мной сейчас поймете. Т-28 здесь приехал вместе с нами, и как мы видим сейчас на мини-карте, происходит типичная ситуация, после которой очень часто происходит слив. Это карта степи. И сейчас здесь играется встречный бой. И как мы видим, наши союзники абсолютно бросили правый фланг белую базу. Это я так подвожу ко всему, что сейчас будет происходить, ко всей той ржаке. И тут не проходит уже и 2 минут с начала сражения. Как мы видим, счет становится 1-2. Тем временем на левом фланге мы видим, поехала большая часть нашей команды, и у них тоже ничего не получается. Наш герой изначально действует абсолютно неисходя из правила стоп-кусты. Приехал тут, встал за камешек, начал стоять, настреливать из кустов, своим союзникам помогать не желает, и ж такой статист решил тут понакидывать. Ну, союзники взяли, да и слились все спустя 2 минуты, и тут нашему Т-50 уже придется всю эту жесть разгребать, потому что по центру движется М5 Стюарт, мы накидываем по нему, и как вы видите, полностью левый фланг уже слит. Вражеская команда начинает активно давить на нашу базу, тем временем на захвате в белом кругу 2 наших Т-28, но там тоже куча врагов. И что же делать нашему статисту? И я, парни, заметил это очень часто. Такое вот происходит. Если какой-либо дружище, какой-либо танкист постоял вначале, неправильно использовал кусты, настреливал, не помогал союзникам, то очень часто эти союзники берут, да и сливаются тут же, как и происходит в этом сражении. И действительно, хочется верить в то, что в нашей игре существует какой-то такой алгоритм. Сейчас, если ты постоял в кустах и это как бы неправильно, то твоя команда резко сливается. Хотя это странно, но здесь происходит именно так. Но все не так просто. Наш парень вроде бы статист. Посмотрите сейчас на статистику вражеской команды. Большинство из них полные новички, будем их называть так. И в нашу игру только начали играть. И что же наш бирюзовый пацан видит? Тем временем враги уже протянули центр, уже заезжают на нашу базу, и от его союзников никого не осталось. И на секундочку посмотрите на хитпоинты. 766 очков прочности у нашей команды, у противников 1873. Мы мчимся помогать последней Матильде, которая здесь стартой пытается что-то задефать. Но как мы видим, по всем направлениям враги просто люто доминируют. Кроме того, что меня здесь еще удивляет, так то, что белая база в полной безопасности и никто туда ехать не хочет. Это вообще жесть, почему на захвате еще не стоит 3 танка и почему наш герой здесь что-то пытается еще делать. У него 360 хп, у врагов 1700, откидываемся по люксу, у него очень такое неприятное орудие, если у него выдастся несколько пробитий, мы можем быстро погрустнеть. Тем временем нам прилетает от гриля.
прилетает от Т-28, и у нас уже практически ничего не остается от запаса очков прочности. Сзади Вольверин. Давайте объезжать Люкса, у него 2 хп, и попытаемся заглянуть в гости к Т-34. На центре еще Су-85Б, и на нее тоже стоит ориентироваться. Забираем Люкса, выезжаем на Т-34, даем несколько пробитий по нему. И нам сейчас везет в том, что 34 не попадает по нам. 10 минут до конца боя, но расслабляться не стоит. Сзади Вольверин и Т-28. Проезжаем еще дальше. Возможно, стоило бы заняться Су-85Б, которая на центре. И вот за нами настоящая погоня. Уворачиваемся от арты и пытаемся как-то убежать от всей команды врага, которая сейчас выехала за нашими хпшками. А на секундочку, у нас их всего 124, да, парни, 124 хитпоинта, а у врагов 1409 на секунду. И если этот парень их заберет все, я не знаю, что я сделаю, но вы обязательно лайк поставьте. Ладно, смотрим. Су-85Б и Т-28 продавливают левый фланг, за нами уже погоня. На центре Мардер 38Т, нужно срочно на него выехать, у нас 124 хп, нужно спрятаться хотя бы за ЖДшку. Здесь обнаруживается гриль, и он тоже собирается на нас сводиться. Вертухи не проходят, и гриля добрать не удается. И наглые противники по левому флангу вот-вот уже приедут за нами. Заехали за ЖДшку, ну хоть что-то радует. Здесь небольшое укрытие, но надолго ли? Потому что абсолютно с любой стороны может появиться вражеская команда в лице 6 машин и 2 Т-28, и они на секундочку пробить нас все-таки могут. Протягиваем вдоль ЖД. Надеемся, что сейчас враги не будут нас пересвечивать, и нам удастся от обзора все-таки как-то сыграть. Хотя Т-50 все-таки танк советский, а конструкторы СССР вроде на обзор особо не ориентировались. Спускаемся вниз, счет 9-14, занимаем позицию, надеемся, что враги сейчас выйдут туда, куда-то в сторону ЖДшки на центре Т-28, он нас увидеть не ожидает. Надеемся, что сейчас, если мы его расстреляем, Мардер и Гриль нас не засветят. Нам чудом удается избежать засвета, хотя Т-28 как-то подозрительно смотрит в нашу сторону. Сводимся на Мардера. Он тоже не в курсе событий. Откидываем еще и еще. И еще 123 хп. Все-таки убежала ПТшка. Вольверин тем временем уже переехал за ЖД. Гриль. Вот главная проблема. Откидывается по нам арта, но мажет. Теперь все противники отстрелялись, и нужно как можно скорее убегать. Скажите, что разобрались уже? Нет. Ни чуточку легче не становится. 124 хитпоинта. Все те же. У врагов чуть меньше, но это все равно почти 1000. Сможет ли наш герой? Засвечивается Вольверин. Непонятно, что делает эта ПТшка, но здесь мы понимаем, что засветились и мы. Нужно свои 124 хп увозить отсюда побыстрее, они нам еще сегодня пригодятся. Гриль и Вольверин пытаются как-то нас догнать. Спускаемся вниз и движемся на белую базу. Хотя сомневаюсь, что наш герой сейчас думает о захвате, было бы это слишком опрометчиво, особенно учитывая, что там больше 3 минут нужно, чтобы базу взять. Проезжаем дальше по правому флангу, надеемся, что никто из противников еще сюда не приехал. Хотя по поводу Су-85Б и Т-28 я очень сомневаюсь, почему они не проехали еще сюда и не встречают нас. Ведь у нас не так много очков прочности, чтобы нас бояться этим танкистам. Тем временем до конца сражения 6 минут 20 секунд, возвращаемся ближе к респу, наворачиваем круги по степям, и здесь пески, наверное, просто взлетают в воздух от нашей поворотливости и юркости. Видим, что гриль должен был, возможно, ехать уже на захват, и в принципе логично сейчас постараться поймать противников, которые будут пытаться перекатываться из этой области в область захвата. Для этого им придется двигаться так. А вот и Су-85Б. ПТшка нарушает все наши планы. Засветит она нас или нет? Вроде бы эта советская ПТ обзором не славилась, но не подкатились ли там ее союзники? Ловим Су-85Б, 3 точных попадания, и ПТшка уже в ангаре. 11-14.
14. Расслабляться все еще не стоит против четырех машин. Время двигаться по центру, тем самым враги прокатились на захват базы. А я знал, пока мы разбирались с Су-85, хитрые противники пробежали и заняли все-таки позиции на захвате. До захвата еще 4 минуты, спешить пока не стоит, но это все-таки очень опасно. Впереди гриль, сводимся, однако очень опасно сейчас подставиться под Вольверина, ведь мы не знаем, проехала ли на захват Т-28 с Мардером или все-таки это ПТ-шка 5 уровня там. А она, на секундочку, самый опасный противник. Гриль проскакивает на захват, и секунды на секунду захватчиков уже стоит двое, а нет, даже трое. И походу там стоит Вольверин. Мардер 38 навряд ли, конечно, настолько сильно переехал. Т-28 подставляется, есть шанс добрать, и противников уже остается 3. Задача не из непостижимых, но и не из легких. Хотя, если сравнивать с тем, что было изначально, мы практически уже в шоколаде. Мардер 38 подставляется и наказываем беспощадно просто эту ПТ-шку за ее, так сказать, неуверенность и неправильные действия на центре карты. Объезжаем абсолютно с неожиданной стороны. Главное сейчас показаться перед Вольверином и Грилем, чтобы они нас не ждали. Есть еще 4 минуты до захвата. Минута, и мы явно успеваем. Засвечиваем от дальнего куста, но не засветит ли нас ПТ-шка? Нет, начинаем продамаживать, но походу она нас не видит, но исчезает из захвата. Расстреливаем просто бедного Вольверина, наконец-то подсвечиваемся мы для него, получаем на 107 хп, и на секундочку у нас остается 17 очков прочности. Ну что, и с этим всем нужно что-то делать. Минута 33 до захвата, походу основной процент висит на гриле, который тоже там. И сейчас главная задача нашего героя — выехать так, чтобы его никто не ждал. Скорее всего, эти два парня ожидают его увидеть с этих же квадратов, с которых он светился в прошлый раз. С центра же заезжать не будем. Все-таки, скорее всего, успеют присвестись. Объезжаем с абсолютно другой стороны, чтобы нас не ждали, и попробуем показаться из тени, как настоящий советский ниндзя. Объезжаем, где же гриль? Они в захвате. Но меня беспокоит то, что в кругу очень много трупиков, и именно за ними могут сейвиться враги. Выезжаем, там стоит Т-28, за его трупом гриль, ловим Вольверина в очень неудобной для него позиции. Минус ПТ 5 уровня, остается только арта, но у нас слишком мало хитпоинтов, чтобы с этим всем шутить. Отсвечиваемся и едем снова менять позицию. До конца боя 2 минуты. Сможет ли наш герой довести это до победного конца, узнаем прямо сейчас. Объезжаем. Правильно ли было бы выехать с центра? Наверное, потому что если мы абсолютно с противоположной стороны покажемся, то гриль будет для нас за трупиком. Однако с центра наш герой ехать не собирается, все-таки решает наверняка. Заезжает с абсолютно противоположной стороны. Где стоит гриль, наверное, понятно. Но не переехал ли он? Не сведен ли он прямо на нас? Не опередит ли это арта нас? Нет. Выезжаем наверняка, застаем арту врасплох, и это победа. А пока я вам напомню, что в каждом видео мы разыгрываем голду от 100 до 10 тысяч. Для участия вам нужно поставить лайк, подписаться на канал и оставить свой ник в комментариях. Обязательно участвуйте. Каждое видео мы выбираем одного победителя. Жду от вас жирный лойс для этого сражения. Результаты перед вами. С вами был сегодня Бомбилка. Как всегда, пока-пока.